Здравствуйте, мои дорогие зрители, мы с вами продолжаем проходить Дельтарун главу 2. И в прошлой серии нас оставили, получается, в одиночку, мы тут сейчас будем ходить. Вот нас оставили одного. Да ладно, как-нибудь прорвемся. Сразу, без долгих речей в начале, сразу пойдем проходить. А чё, почему бы нет? Потому что если что-то мы тут будем долго болтать, то мы и не пройдем. Так, что это такое? Добро пожаловать в кибергород. Чтобы перейти дорогу, пешеходы должны нажать на светофор. Я слышал, что горки сейчас на ремонте. Грустно, ведь это наш единственный общественный транспорт. А-а-а, ты смотри, чё. А-а-а, мазапака! Воу-воу. Какого? Чё это такое, блин? Ноги какие-то. Так, я кого-то, кстати, видел. А тут чё? Скоро на улице пройдет большое мероприятие. Нам сказали освободить пространство для чего-то большого. Вы спросите... Вы просите, для чего мы тут собираемся? Мы не знаем. Для парада, возможно. Ага. Это что такое? Мусорка. Вы копаетесь в мусоре. Вы находите 20 монет. Ну, типа это. Темные доллары. Ну, доллары. Баксы. О! Это ноль. Оу! Это что еще такое? Действие. Ах, щелкнуть. Это что это такое вообще? А, выскач. Щелкнуть. Вы случайно нажали на рекламу о монстрах для людей в вашем районе. А, это создал еще одного. Капец. Что это такое? Спам? Капец. Заблокировать. Нажмите право. И чё? И? А-а-а! Что надо делать? Я не понял. Ау! Заблокировать. Е-бой. Голуби. Птички. Невелички. Пощада. Пощадить. Зем рождения, это приложение дается. Чего? Только iOS? Что там было? Так, сосредоточься на бой. Друг 2 из 3. Щет. Так. 3 из 3, зашибись. И половина ОЗ. Вы копаетесь в мусоре. Вы находите предмет SD бублик. Зашибись. Надеюсь, не тухлый. Крис, что ты? Ноэль, дорогуша. Не дай ей меня найти. Ноэль, дорогуша, сладкая, любимая, где же ты? Ты теперь команда... Помнишь, тебе еще нужно стать моим приспешником, добровольцем. Крис? Кажется, наши товарищи сбежали от вас. Вот до чего все докатилось. Чтобы найти наши команды, нам нужно договориться о союзе, да ладно? Королева, моя прекрасная королева, где же ты? О, нет, не дай ему найти меня. Ха-ха-ха!
А, кризис не та форма жизни, что я искал. Хм, а где остальной отряд 3 с плюсом? Только не говорить, что тебя кинули. Ха. Ха-ха. Это... все, сейчас. По-твоему, было правильно доверять Сьюзи, ха? А, Ноэль, королева. Они просто где-то играют в ретро-игры. Уверен, они ждут меня на экране выбора игрока. Слушая шикарный 8-битный саундтрек, ха-ха-ха-ха. Эх. Вот до чего все докатилось. Чтобы найти наши с тобой команды, судя по всему, нам придется договориться о нелегком союзе. Что за... Кто тебе сказал, что можно создавать двойные союзы? А, кто-то говорил? Бип-бип, нет, это просто звуки города. Ну ладно. Капец. Ну, я буду впереди, не опаздывай. Похоже, у меня нету выбора. Крис, как часть нашего союза лучше из всех союзов? Продолжай отвлекать Дроздли и найди Наэль. Видишь ли? Дроздли, он... Ну ладно, ладно, с ним все нормально, просто он очень бесит. Покеда. Крис, я, ты не против пройти на еще один, пойти на еще один союз? Никаких тройных союзов, конечно. Спасибо, Крис. Ноэль присоединилась к команде. Сохранение. Ноэль присоединилась к вашей команде. Вы наполняете силой незнания, что такое сахарная слива. Или чё там было? Ладно. А, кстати, где вообще сейчас Сьюзи? Что-что? Я просто спрашиваю обыкновенный вопрос. Что у вас со Сьюзи там? Шури-мури? А что это такое? Что-то непонятное. Мыши поворачиваются на 90 градусов, когда сталкиваются с блоком. Граждане должны толкать блоки, чтобы пустить мышей по норам. Используйте звонок для сброса. Чего? Каких мышей? Мышь? Слушай, Крис, ты можешь избавиться от них? Может, нужно их как-то в другую нору загнать? Эй, Крис, не смей оставлять меня здесь одну, слышишь? Хорошо. Крис, если мыши столкнутся со стеной, они повернут сюда. Попробуй использовать эти блоки, чтобы попасть в дыру. Боишься мышей? Как? Подожди. Я просто не понял, куда они бегут. Вот так давай попробуем. Опс. Вот. Похоже, они позаботились об этом. Прикол. Сделки. Так, а, что происходит? Что мы делаем? Так, подожди. Действие. Заботах. Хм, что-то
Говоришь, мне дело действовать? Может, хоть кто-нибудь объяснит, что происходит? Эй, это твой первый бой? Да. Ох, божечки. Объяснили Ноэль, как работает сражение. Я поняла, это как в Dragon Blazers. Кстати, я загуглил эту игру. Еще в первом, как его, эпизоде, да, вот этом, главе, точнее, эпизоде, главе, что, по-моему, такая игра, кстати, есть. Я загуглил, но вроде бы как она есть. Я точно не помню, но одноименная такая игра есть. Возможно, это не та игра, которую я нашел все-таки в интернете, а какая-то подразумевается там другая, ну ладно. Короче, такая вроде бы есть игра. И если мы будем к тебе милы, то сможем победить милосердием. Ага. И чтобы мне это сделать, мне нужно нарядиться в странный костюм. Ага. Чего? Мы с Ноэль проявили заботу и любовь к врагу. Она упала. Отлично. Капец. Крис сидит врага. Вы выиграли. О, еще какой-то чубрик. Давай еще подеремся. Уколок. Уколок. Действие, уколок. Радушие. Ноэль тепло встречает уколога. Иглы не страшны, доктора важны. Понимаете? Но они все равно нас атакуют. Это было легко. Одного из четырех. Два из четырех. Нам еще таких надо найти. Мы персоны. Все, что мы делаем, рекламируем. Это тоже реклама. Реклама всего за 9.99. Не любите рекламу, вы можете отключить ее всего за 9.99. Придумали, верните ее за 9.99. Да. Купи. Купи-купи шубку, купи-купи шубку. Так. Па-п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 а. Все тут легко. Друг, 4 из 4. А что там? Купи, мы персоны. Все, что мы делаем, рекламируем. Это тоже реклама. Реклама всего за 9.99. Или все, рекламу можем отключить, да, за 9.99. И да. О! Со Сьюзи, она прямо там. Но я, у меня все, у меня не хватает смелости сказать что-нибудь. Да, и с кем она вообще? Похоже на то, что... А, они смотрят сюда, пойдем. И все. Давай выбираться отсюда. Окей. Блин, я не хочу с ними драться. Чего, она нас подняла? Или что это было? А, мы не пролазим! Мы слишком жирные. Так, давай-ка, знаешь как? Оп! О, блин. Косяк. Мой косяк. Ладно. Вот.
Блин, я косячу. Так, давай. Вот так. Вот так. И вот... А-а-а, нет. Наверное, надо первую вот эту останавливать. Самое сложное. Блин, не получится. Блин. Ладно, сейчас еще раз попытаемся. Блин, капец. Так. Так. Так, Фух. Без взбучки уже нельзя и дорогу перейти. Обожаю этот город. С тех пор, как всех остальных подключили, они стали куда более приемлемыми. Это хорошо. Ну ок. Черт. А они что там по кругу бегают? Па-па-па-па-па. Стой тут. Хм, похоже, тебе нужно встать на него. Крис, продолжай стоять на нем. Хорошо, а теперь иди сюда. Хорошая командная работа. Я не знаю, куда мы идем вообще. Какие-то, блин... Вы потерялись в мастерстве ящиков. Крис, это королева, она совсем близко. Ты можешь как-нибудь отвлечь ее? Чё он тут вообще забыл? Оу! Ару, ты здесь? Прости, Крис, пока я искала Ноэль, у меня было примерно 4 этих подходящих для всех возрастов... Чё? Бокалов аккумуляторной кислоты. Капец. Не волнуйся, это был мой бокал для бросания, он безопасен. И чё? Гляди, Крис. Крис и Рис. Теперь, когда у нас союз, я чувствую, что мы на одном графике функции. Ты понимаешь меня, Крис? У тебя нет никаких безумств, как собственное мнение. И не кричишь, когда тебя поймали. И не рассказываешь ужасные планы про парк развлечений для гениев. Я просто не могу рассчитывать, почему все вокруг так неблагодарны. Капец. Упс, это был мой особо опасный бокал. Крис, я просто хочу, чтобы все улыбались. Ха-ха. Был написан на лице. И даже если мне придется стать злым злодеем, чтобы добиться этого, разве это плохо? Это хорошо. Можешь не отвечать. Ты все равно ошибаешься. Ору. Но, Крис, пока мы союзники, мы могли бы извлечь максимум из этого. Поиграть? Мы могли бы заново сыграть в ту игру. Разве это не было весело, Крис? Но я не могу один. Только ты и я. Хорошо, проводим время. Теперь нам ничто не помешает. Что это, мать твою? IQ? На трусах написано IQ? Королева, я повсюду вас искал, чтобы показать его. Памятник нашему совместному величию. Оу. Чего? Как бы мне это сказать? Очень умно, ложь. Какой же ты умный. Ты мне нравишься... Мне нравится терпеть тебя. Ха-ха, я знал, что вам понравится такой... изысканный вкус.
Очень крутая статуя, ложь. Я не знал, что у тебя есть соски. Ха-ха, будут в нашем идеальном мире. Крис, не сдерживай себя перед лицом нашего величия. У нас с королевой есть планы на будущее. Ха-ха, да, да, так круто, жду этого с нетерпением. Ням-ням, ням-ням. Пошли, дроздли. Продолжайте, я прямо за тобой. Процедурное уменьшение громкости моего голоса. Прости, Крейс, но я, пожалуй, альт тапнусь отсюда. Вау, классное лицо. Фух. Похоже, моя маскировка сработала. Капец, самая отстойная маскировка. Она выглядит глупо, но это лучше, чем прятаться. Вперед, Крис. Капец. Она упала. Вы потерялись в мастерстве. Только что поняла, я же не вижу, ха-ха. Думаю, я не буду носить ее без надобности. Прошу прощения. Бывает. Фу. Хорошо, теперь пошли на по-настоящему. Пара-па-па-па-па. Из ящиков доносится энергичная музыка. Вы наполняете силы музыкальных бубликов. Кстати, это походу по сюжету дорога. Поэтому давайте назад вернемся. Там были просто другие пути, куда мы можем пойти. Поэтому... Вот сюда мы не ходили. А, нет, мы сюда. Нет, мы не сюда не ходили. Эй, есть способ справиться с сокрушительным экзистенциальным страхом. Чего? Спрашиваю для друга, который выглядит и звучит в точности, как я. Это он обо мне. Прикол. Ой. А, это все то же самое. Здесь... А, ну тут тупик. Хо-хо, молодая парочка вместе... вместе школьной ночью. Могу ли я заинтересовать вас обувью для свиданий? Что? Нет, нет, вы ошибаетесь. Крис и я просто... друзья. Крис живет по соседству со мной всю мою жизнь. Мы через столько всего прошли, иногда кажется, что... Мы знаем друг друга лучше, чем кто-либо. Все же как-то трудно сказать, что мы просто друзья. Хе-хе. Че ответить? Мы друзья, мы что-то большее. Что это значит? Это не лучшая интерпретация, уж точно. Ах, вы двое абсолютно не смотритесь вместе. Могу я заинтересовать вас новыми разводными туфлями? Или что это там он сказал? Может подраться с ними? Может какие-нибудь новые враги появятся? Нет. Хорошо. Ау. Еще бы чуть-чуть. Оу, ну, понятно. Она может что-нибудь? Действие, да? Может. Это хорошо. То было бы... Ау! Ау! Хм.
Ну, судя по всему, нету больше никаких тут врагов. Ладно, пойдем. Это единственный путь остался. Па-па-па. Прикольная музыка. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. А, понравилась статуя, полный отстой, просто куча металлолома. Наша прошлая работа была куда круче, она была огромной. Она точно взорвет тебе мозг, она была огромной. А, ну как что, шеф, будешь SD-бублики 80 за штуку? О, тут со скидкой. Давай. Йоу, как жизнь? Мы подзарабатываем деньжат небольшой халтуркой в городе. Мы надеемся здесь навариться. Нормально. Надо купить новое снабжение, нужно больше развлечений. Хочу стать машинкой. Отличная мысль, Эшке будет на тебе... кататься. Бип-бип. Прикол. Купи. Тут везде написано купи. Гляди, купи. Это торговый какой-то. Ой. Этот комплекс. Покачиваться. Должь действие давай. Они, кстати... Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так. Сучка. Так, отлично. Надо еще раз это сохраниться. Восстановить эти хилки наши. А тут чё? Пара-п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 а-
Да черт возьми, сколько их тут? О, подожди, нет. Блин, все-таки зацепило. Ну ладно. Ау. 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 Так, еще будут? Вроде все. А-а-а, то есть более безопасный инвентарь 1, склад 17. Самый горячий магазин чая пальчики обжигает. Скидка 50%. Всего за 100 выберите свой собственный вкус. Нет, спасибо. Попробовать в киберобувь 2. Бесплатные образы примерьте, это бесплатно. Вы получили небольшую туфлю. Прокнутую зубочисткой. А чем мы можем? Снеж-кольцо. Ног. Так, ну сними. Фигня тут. Опа, и все. Изи-пизи. Открыли сундук. В нем лежит осколок-клинок. Осколок-клинок. Так, ну нам остается только идти туда. Сюда.
Так, распродажа, распродажа, спеши, магазин одежды, скидки на одежду. Только сегодня и только сейчас. Скидка 70%, всего лишь 300 темных долларов. А чё тут? Ой! Я что-то купил. Броню. А я не могу. Ха-ха-ха-ха. Чем мы потратили 300 баксов на это? ДХЗ. Честно говоря. Я думал, типа, броня или что это, для чего это? О, там еще дорога была, кстати. Что произошло? А мы тут пройти не можем. Фух. О, мыши! Наша любимая. Похоже еще... Похоже на еще одну электрическую стену. Хм, в этом отверстии есть переключатель. Если нам только получится сложить что-нибудь туда. Что ты думаешь, Крис? Мышиный Чё? Переполох? Ха, мышиный переполох. Так, а что тут делать? Прикол. И как запустить механизм? Чё-то не пойму. А чё делать? Что делать? Я чуть не пойму. Что надо делать? Типа как-то поставить это все правильно или что? Просто тут... Я не понимаю, как. Как отправить мышей? А, во. Прикол. Понял. Я бы хотел, чтобы они не прыгали на меня так. Окей. О! А теперь... Хе-хе-хе. Крис, у тебя получилось, теперь мы сможем. Силовое поле все еще работает. Мы что-то пропустили по... Привет. В смысле, все нормально. Крис, я не могу поверить, что ты их... Хм. Кажется, нажав на кнопку, поле отключилось. Пойдем, Крис. Она так прикольно пугается, блин. Это вообще клево. О, сыр! Крис! Ты же не станешь трогать этот сыр, да? Я не трону этот сыр. Ладно, не будем при ней в помойке копаться. Оу, действие, мышь. Поймать всех. Чё?
И... понял. Все. Воу. Какого хрена? Опа! Прикольно. Друг 2 из 3. Папа, вы открыли сундук. В нем лежит SD-бублик. Давай заберем. Ага, все. Мы забрали уже. Так, а чё? А, и тот сыр тоже пропал. А, это тупик. Переключатель, похоже, не работает. Крис, платформа падает, помоги мне. Машина переполох 3. И что делать? Ой. Надо, чтобы она сиганула. Я понял. Крис, что ты делаешь? Из-за тебя я... Прости, Крис, если бы не ты, я могла погибнуть, да? Что это, платформа тоже падает? Крис, не останавливайся, продолжай делать что, то, что делаешь. Так. Так, не получилось. Угу. Так? Да. Чё? Чё он там болтает? Я просто это... Не попали. Подожди! Все понятно. Блин, не попали. Как делать это? Подожди! Да блин! чё он болтает? Я пытаюсь сосредоточиться. На выполнении миссии. Как это, блин? Вот так? Нет. 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 Быстрее, блин. Я туплю. Подожди! Есть! Так, я люблю... Мы чё? Люблю мышь. Люблю мышь. Что? Он что-то там говорил, надеюсь, вы читали, потому что я был занят. Как ты? Как у тебя получилось это решить? А, он там типа говорил, я не мог это решить, да-да-да-да. Раз в год и палка стреляет. И да, Крис, если кто спросит, это я решил эту головоломку. Несправедливо, если ты получишь доп. Баллы из-за какой-то случайности. Понятно, никто не должен обмануть, иначе... подумать, иначе особенно Сьюзи обмануть. Ты знаешь, она начнет насмехаться надо мной. Я люблю мышь. Мышь. Боже. Знаешь, я думаю, что больше не боюсь мышей. Они, возможно, могут быть что ли милыми. В общем, пошли. Ноль теперь невосприимчивы к мышам. Ну, отлично. Я думаю, на этом мы закончим.
Потому что мы довольно много записали с вами. Я думаю, минут 40 точно. Я всегда, конечно, ошибаюсь насчет по времени. Ну, может быть, минут 40-50 точно есть. Вот. Поэтому мы на мышином таком переполохе 3 и остановимся. Вот. Игра, блин, много механик, много персонажей, теперь взаимодействие с персонажами. Это все, что я хотел увидеть, в принципе, и в первой главе. Интересно, что будет в третьей? Намного больше этого? Запутанней? Интересно. На это будет посмотреть. Но, как я и сказал, меня радует эта игра. Она клевая. Реально клевая. Советую ее самостоятельно пройти. Ну, наверное, если вы посмотрите данное прохождение, наверное, вам не будет так интересно просто играть, но... Все же. Можно и поиграть самостоятельно. Даже после прохождения... Ну, после просмотра данного прохождения. Вот. Все-таки самому бегать, что-то делать, да, это намного, ну, прикольней, что ли, чем смотреть, как кто-то играет. Да. Ну, ладно. Спасибо вам за просмотр. Увидимся, услышимся в следующей серии. До свидания.